Друзья, ну все-таки мы начинаем наш доклад, вторую секцию. Рады, что вы вернулись, и потихоньку, надеюсь, люди будут подтягиваться. У нас выступает Андрей Ефременков, основатель каталога учебных курсов «Рекурсия БАЙ». Он расскажет про то, на что стоит обратить внимание при выборе IT-курсов. Слушайте, думаю, будет интересно. Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа, коллеги. Ну, сначала я попрошу прощения, я сегодня немножко температурный, поэтому если вдруг какие-то неувязочки будут. Итак, рекурсия БАЙ, я представляю этот проект. Это новый проект на рынке дополнительного образования Беларуси. Каталог курсов. Сейчас нам представлены IT-индустрия. Как сказал Билл Гейтс, образование – это лучшее вложение денег. По данным соцопросов, в Беларуси каждый пятый человек хотел бы вложить свободные свои средства в дополнительное образование, получить новую профессию, либо улучшить навыки по своей нынешней. В сфере дополнительного образования в Беларуси работает более 300 учреждений образования, а также частные организации и индивидуальные предприниматели. Что же делать, если необходимо в кратчайшие сроки улучшить свои профессиональные знания, причем без каких-то значительных затрат времени и финансов? Все больше людей сейчас стремятся получить профессию в сфере IT. Ну, это и понятно, потому что сфера IT в среднем наиболее оплачиваемая в Республике Беларусь. Выбор курса по IT – это тяжелый труд, и проект «Рекурсия БАЙ» призван свести затраты времени потребителя на поиск курса к минимуму. В этой презентации мы постараемся дать какие-то рекомендации, которые позволят абитуриентам определиться со специализацией и выбрать подходящие IT-курсы. Итак, что представлено на нашем сайте? Это каталог курсов с поиском по параметрам, поиск курсов, обучающих тем или иным профессиям, и то, на что мы ориентированы специально, это проверенные отзывы о курсах и центрах только от тех, кто действительно проходил там обучение. Мы не занимаемся какими-то заказными отзывами, только реальный человек, который прошел обучение, может оставить у нас отзыв. В каталоге представлено более 20 специализаций. Мы получаем информацию от более чем 40 учебных центров. И база курсов на нашем сайте составляет 600 и все время увеличивается. Итак, поиск курсов по параметрам. На что же стоит все-таки обратить внимание при поиске IT-курсов? Сейчас мы постараемся выйти на наш сайт и уже в режиме онлайн посмотреть, как это выглядит. Ну вот, допустим, выберем мой параметр языки программирования. Вы хотели бы изучить какой-то новый язык программирования. В нашем каталоге представлены различные учебные центры, и справа вот вы можете видеть какие-то параметры, по которым вы можете осуществить поиск. Ну, пройдемся по ним. Допустим, параметр преподавателя IT-курсов. Вы должны знать, что преподавателем IT-курса должен быть практикующий специалист, а не только теоретик, потому что IT-индустрия немыслима без практического какого-то навыка, и теоретик может вам дать какие-то знания, но научить вас именно практике он не сможет. Вы на нашем сайте можете выбрать вот информацию о преподавателе, какое образование он имеет, какой опыт работы, то есть все прозрачно. Кроме того, важный параметр – это формат присутствия. В наш быстрый век не все могут уделить внимание очным курсам. То есть мы все работаем на работе, приезжаем домой, нужно отдохнуть. Поэтому вы можете по параметру формат присутствия выбрать очный либо дистанционный. Но тут тоже нужно учесть специфику, что на дистанционной форме образования вам нужно будет самостоятельно уделять большое количество времени изучению предмета. И если большого желания у вас его изучать нету, то, может быть, стоит все-таки найти время для очного курса. Параметр продолжительность изучения IT-курса. Как вы понимаете, IT-специальность довольно-таки сложная область знаний. И если вам предлагает учебный центр пройти обучение для языка программирования за 10-20 академических часов, это практически нереально.
Безусловно, какие-то базовые знания вы получите по предмету, но их будет мало для успешного последующего трудоустройства. Требования в IT-компании достаточно высокие, и оптимальная продолжительность учебного курса примерно 30-50 академических часов. Вы также можете задать вот у нас параметр продолжительность от и до, ориентироваться на 30-50 и примерно выбрать курс, который обучит вас большому количеству знаний. К каждому курсу, представленному на нашем сайте, мы прикрепили программу. Довольно подробная программа курса. В ней вы можете выбрать те темы, которые вам будут полезны, пробелы в изучении, которые вы хотели бы устранить, или изучить с нуля. А курсы, которые представляют информацию, которая вам не нужна на данный момент, вы можете фильтровать. Теория и практика. Вы можете выбрать параметр теоретический или практический курс. Как я уже упоминал, теория – это хорошо, но практика в IT-индустрии – это очень важный параметр. Если курс предлагает только теоретические знания, я думаю, что такой курс подойдет только тем, кто уже хорошо освоил практику и хочет немножко там что-нибудь вспомнить по своей профессии. Количество слушателей в группе. Оптимальное для обучения, согласно статистике, размер группы 6-12 человек. Если в группе больше людей, то преподавателю не удается уделить достаточно внимания каждому слушателю и ответить на все их вопросы. Кроме того, наш сайт предлагает выбрать обучение на индивидуальный курс. Если вы вдруг социопат, скажем так, и не хотите учиться в группе, то можете пройти индивидуальный курс. Многие идут в IT-индустрию, чтобы получить какую-то новую профессию. В нашей выборке по параметрам вы можете выбрать курсы, которые предлагают вам обучение какой-либо профессии, которая востребована на данный момент на рынке. Кроме того, руководители предприятий смогут выбрать параметр корпоративное обучение и обучить не только какого-то отдельного сотрудника, но и целое отделение компании. Некоторые курсы, представленные на нашем сайте, обладают некоторыми требованиями к слушателям. То есть слушатель с нулевым уровнем знаний не сможет их пройти. Если же вы совершенно начинающий человек, вы можете выбрать параметр нулевой уровень знаний и подобрать курсы, которые не требуют никакой дополнительной подготовки. То есть вы можете прийти даже не зная ничего абсолютно о сфере IT, и вас чему-нибудь научат, и даже предложат выбрать новую специальность. Вот обратите внимание, мы только недавно ввели уже отзывы на нашем сайте, они постоянно обновляются, и вот выглядит, вы можете выбрать параметр рейтинговый курс. Эти отзывы оставляют реальные люди, как я уже говорил, которые прошли этот курс. Практически все учебные центры, которые представлены на сайте Recursia BY, предлагают после обучения получение какого-то документа, сертификата. Это может быть сертификат государственного образца, сертификат учебного центра или авторизованный сертификат производителя курса. Допустим, корпорация Microsoft и Cisco авторизуют курсы свои в Беларуси, и вы можете получить их именные сертификаты. Многих также интересует гарантия трудоустройства после прохождения курса. На нашем сайте вы также можете выбрать те учебные центры, которые предлагают вам трудоустройство после того, как вы прослушали курсы, но, естественно, это не стопроцентная гарантия. Никакой учебный центр не даст вам гарантию того, что вы, прослушав курс, успешно его закончив в учебном центре, поступите на какую-то профессию. Все это зависит все-таки от работодателя. Может быть, вы просто ему не понравитесь, но вы замечательно хороший, умный абитуриент, но всякое бывает в жизни. Поэтому тут тоже нужно смотреть осторожно на этот параметр. И хотелось бы еще сказать, что в сфере IT очень важно изучение иностранных языков. А без знания английского вы вряд ли достигнете больших успехов. И стоит Recursia BY в дальнейшем планирует развивать как ветку и IT-индустрии, так и ветку иностранных языков. Хотел бы я призвать вас
после всего услышанного, заходите на наш сайт, мы очень нуждаемся в вашей помощи, именно в реальных ваших отзывах. Если вдруг вы проходили какие-то курсы, мы будем рады, что вы зайдете к нам на сайт, оставите отзыв. И мы согласны отблагодарить вас. Лучший отзыв по результатам месяца получит у нас небольшие призы. Вот такие портативные зарядные устройства трем лучшим откомментировавшим свой курс мы вручим по итогам месяца. Кроме того, тем, кто зарегистрируется в наших группах ВКонтакте и Фейсбуке, мы разыграем вот такие наши замечательные маечки. Еще раз хочу призвать вас комментировать курсы, бороться за качество образования в Беларуси. И спасибо вам большое. Друзья, может, у кого-то есть вопросы к нашему докладчику? Так, вопросов? Да. Это все платный портал? Нет, он абсолютно бесплатный. А все курсы бесплатные? Ну как, мы не являемся продавцами курсов. Вы можете с помощью нашего портала отфильтровать курсы, которые наиболее понравились абитуриентам прошедшим. Как влияет прохождение этих курсов на у работодателей? Принимается во внимание сертификат прохождения курсов на вашем сайте? Естественно, может быть, немножко непонятно. Курсы – это не наши курсы, не наши разработки. Это все учебные центры, представлены на рынке курсов IT Беларуси. Мы являемся здесь с вашей помощью третейскими судьями на рынке IT-услуг. Естественно, если вы получите какой-то сертификат, то у работодателя он будет плюсом при приеме вас на работу. Вы отбираете курсы или просто все вместе в одном месте? Все взяли и в одном месте на один ресурс залили, скажем так? Да. Или есть какой-то отбор? Нет. Вот все курсы, которые представлены на рынке, мы стараемся разместить их на нашем портале. Ну, кому-то одному мы не делаем предпочтения тут. Андрей, спасибо за доклад. Подскажите вот такой вопрос. Вот самое главное, конечно, у вас это будут отзывы. А как вы проверяете, что он реальный? То есть, допустим, требуете там реальный профиль в соцсети, либо требуется отдельная регистрация на вашем портале. И как ваш портал, допустим, станет популярным, как вот вы планируете бороться с давлением тех владельцев курсов, которые предлагают, так скажем, некачественные услуги, а зарабатывают на договорах, на некачественном обучении, но при этом большом количестве, 10 часов собрать с каждого по 300 рублей и получить с этого прибыль. А не боитесь ли вы вот какой-то недобросовестной конкуренции и прочего? Ну, я так понял, что вы не уверены в качестве предоставляемых отзывов. Сможем ли мы их фильтровать? Я правильно понял? Во-первых, все люди, которые оставляют отзывы на сайте, у всех посетителей нашего сайта есть личный кабинет, где они авторизуются и проходят некоторую модерацию их отзывов. Только после этого они появляются на сайте. Естественно, если мы видим, что 100 человек, допустим, оставило негативный отзыв, 2 балла из 10 поставят курсу, а какой-то один восторгается. Ну, естественно, на вкус и цвет товарища нет, может такое быть. Но все равно по статистике будет видно, что курс не очень хорош. Я бы не хотел открывать все карты, как мы ищем наших пользователей и приглашаем их на сайт. Но поверьте, там действительно отбор, мы действительно смотрим, чтобы они были реальными слушателями этого курса, и просто так с улицы человек не зайдет. И еще такой вопрос. В интернете уже достаточно много отзывов о курсах. Вы планируете, допустим, просить этих людей, чтобы они авторизовались у вас и оставили? То есть не только те, кто будет учиться, но и те уже, кто отучился. Собрать фидбэк уже с прошедших. Я понял, да. Мы собираемся это делать. В частности, сотрудничать с сайтами учебных центров, чтобы они дали нам разрешение размещать отзывы, которые уже у них есть на сайте. Кроме того, будем плодотворно сотрудничать, чтобы
слушатели, прослушавшие курс, приходили к нам на сайт после этого. Я думаю, что это и в их интересах тоже. Это для учебных центров тоже неплохая, я думаю, рекламная площадка, которая позволит им иметь обратную связь с абитуриентом учебный центр и как-то улучшать свои услуги. Здоровой конкуренции. Спасибо, я надеюсь, вы сможете отделить мух от котлет. Спасибо. Спасибо. Может быть, еще вопросы? Скажите про практику, которая у вас проходит после обучения. У вас есть теоретические курсы, да, и практику, какой-то еще курсы по практике существуют. Ну, я еще раз хочу сказать, мы просто каталог курсов, мы не предоставляем никаких учебных программ. Вы можете из тех, кто размещен на нашем сайте, выбрать подходящий учебный курс, который получил наибольшее количество отзывов, с практикумом, и уже постараться пройти его и получить какие-то, может быть, у самого учебного центра какую-то дополнительную информацию. Опять же, повторюсь, никаких услуг по образованию мы не предоставляем. Мы предоставляем просто оценочную площадку. Я немножко так расскажу. То есть, как я понял, этот проект, он похож на онлайнер. То есть онлайнер сам телефоны не продает. Он только отзывы собирает о том, вот, какой телефон и как продается. Здесь примерно то же самое, только по учебным курсам. Правильно я понимаю, Андрей? Абсолютно правильно. Еще один вопрос. Касается очных курсов. Скажите, это они относятся только к городу Минску или есть курсы в регионах? Ну, мы еще пока очень молоды, пока только охватили город Минск. Естественно, мы планируем в будущем расширяться на Беларусь, весь мир и так далее. Спасибо. Еще? У нас время еще есть поговорить, так что не стесняйтесь, спрашивайте. Спросите, какая футболка? Секунду. Скажите, как много размещается курсов на стажировки по сравнению, допустим, с просто обучением? Я не совсем вас понял, стажировка имеется какая? Ну, на реальный проект, то есть не просто обучение. Вот я прослушал курсы, мне дали сертификат и отправился искать работу, а именно стажировки на реальных проектах какие-то. Предлагаемые услуги такого рода. Я вас понял. Они появляются и как часто? К сожалению, таких курсов, скажем так, очень мало, потому что большая масса абитуриентов, она просто настроена на начать изучение предмета с нуля или немножко подтянуть свои знания. Специальных каких-то учебных центров, которые готовят для себя специалистов, к сожалению, на рынке пока мало. Допустим, вот та же Академия Белхард, может быть, вас и включат, если вы очень замечательно себя проявите в курсе. Это же относится к другим учебным центрам. Если они видят, что вы потрясающий программист, почему бы им не взять вас в штат и не подключить сразу же к какому-то проекту? Я думаю, что это все возможно, зависит только от вашего хотения, так сказать, и умения. Спасибо. Спасибо. Так, мы это пока ждем следующего спикера. Вот. Если у кого-то еще? Ага, спасибо. Меня интересует больше порядок работы с ресурсом в плане вот отфильтровал курс, нашел нужный, я потом от вас ухожу или с вашего личного кабинета перехожу на сайт владельца учебного курса и дальше там обучаюсь. Меня интересует вот эта вот связь, получается, нужно зарегистрироваться на рекламной площадке, чтобы потом зарегистрироваться на владельца учебного курса, это получается двойная регистрация. Нет, если вы просто хотите найти курс себе по душе, какой-то, который получил максимальное количество отзывов на нашем сайте, вы можете даже не регистрироваться в личном кабинете у нас. Вы просто пользуетесь сайтом, как онлайнером, вот Вадим правильно сказал. Просто на компании для размещения, если, допустим, компания захочет, какая-то российская компания захочет разместить свой курс, это маня. Заключают договор с вашим каталогом, вот этот процесс регистрации компании на вашем ресурсе.
Ну, пока у нас абсолютно недоговорные отношения, то есть вы можете разместить, связаться с нами по вот, визиточку мы можем дать. Связаться с нами, мы можем разместить ваш курс в нашем каталоге абсолютно бесплатно. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть некоторые организации, которые предлагают бесплатные курсы, некоторым будут длиться около там, месяца, некоторым около года. Размещаете ли вы информацию по таким курсам, если вы продали? Мы стараемся разместить абсолютно все курсы, которые представлены в IT-индустрии. Естественно, если он бесплатный, то мы будем таким курсом оказывать наибольшее внимание. Но, к сожалению, это довольно редкое явление, но они есть. И их вы тоже можете найти наш. Еще хочу сказать, вот некоторые обратили внимание, что с ценами мы не очень работаем. Это лежит в несколько другой плоскости юридически, поэтому мы сейчас утрясаем этот вопрос, и скоро, возможно, вы сможете фильтровать и по цене курса, по доступности. Так, большое спасибо, Андрей. Если еще есть вопросы, у нас есть еще немножко времени. Если нет, то я тогда буду продолжать уже следующего докладчика. Ну, большое спасибо. Большое спасибо вам. До свидания. Ждем вас на наших поздравлениях.